На территории России нет других мест с останками Казанского ханства. Только здесь, в Казани. Это бесспорно уникально. Писали письма, что Казанский Кремль, что он русский, татарский след стерт. Напрашивалось обязательно на территории Казанского Кремля должна быть мечеть. Их 5 было, мы одну возрождаем. Работа была сложная и драматичная, я бы сказал. Там, где есть 2 архитектора, есть как минимум 3 мнения. Ни одно предприятие Татарстана не осталось в стороне от воссоздания мечети Кул-Шариф. Когда в один миг разобрали все эти леса, это, конечно, вау такой был эффект. Она у меня пережито через каждый куб бетона, через каждую там арматурину. Проектировали как в последний раз. Боже, это чудо было. Ощущение такое, что ты не зря сюда пришел, на эту землю. Бетон холок, тизилиши был дабы. Бу біздің бинағымызғына түгіл, аның матурлығы қияфетігіне түгіл, юрегімізге де, күңілімізге де, зихінімізге де тәсір етті деген сөз. Жәмғиетті шындай ұртақ тіл таба алу, өзі бір дүрсіңін айткенде біздің бір байлығы, ұлт тарихи байлығы.